Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям тесно сотрудничать с акиматом Алматы и городскими службами для обеспечения должного контроля над ситуацией после вчерашнего землетрясения. На данный момент аэропорт, вокзалы и метро работают в штатном режиме. По сообщениям оперативного штаба, в пунктах приема населения находится свыше 100 человек, чуть меньше половины из них – дети. С начала подземных толчков на телефон горячей линии поступило свыше 200 звонков. В большинстве случаев сообщали о повреждениях соцобъектов и многоквартирных домов. В то же время спасатели провели проверку опасных участков близ мегаполиса. Вертолеты пролетели над реками центральной части хребта Илия-Алатау, оценивая состояние снежных лавин, ледников и русел рек. По результатам проверки выяснилось, что незначительные лавины сошли в верховьях рек Большая и Малая Алматинка, а также в бассейне реки Талгар. Однако все они остановились на склонах гор, обвалов и оползней также не выявлено.